Уважаемые друзья, мы сегодня на самом деле подписали протокол. Это 2 октября 2023 года в городе Баткене. Данный протокол был подписан согласованно с двух сторон и дает нам основания решать все приграничные вопросы. Даст Бог, мы в скором времени примем решение, окончательное решение о окончании определения всех государственных границ. Я благодарю все команды с двух сторон, которые приняли участие в подготовке данного решения. Кроме того, мы приняли решение о том, что наша комиссия, Госкомиссия по делимитации демаркации, будет работать непрерывно, постоянно и в скором времени окончательно принять все решения. Даст Бог, те решения, которые мы сейчас сегодня подписали, дают нам основания, что на границе будет спокойно, стабильно, и наши народы вечно будут жить в дружбе и согласии.